Ну, сейчас водички наберем. Свежий, колодезный. Жековский минерал. Чего? Аре. Бедная Тойоточка. Сейчас да. Покажу вам, что тут творится. Все завалено, все забито. Сборы на рыбалку. Там же ведь там были две. Сюда поближе подойди. Да, вот на струю. Ближе. Не долив. Хуже, чем перелив. Требую долива. Да. А что, надо загрузились под завязку? А да. Куда далеко ехать? 40 км. Загрузились под завязку. А ехать куда? Пущино, едем в Пущино. Пущино? Пущино на Оке. А сейчас куда поворачиваем? Сейчас поворачиваем налево, уходим на старую Симферопольку. Я вам сейчас покажу. Да. Ну, говори. Ну все, ребят, всем привет. Вот выехали мы на старую Симферопольскую дорогу. Едем в район Пущино. Пущино на Оке. Вот, груженные по полной программе. Вот, планируем, значит, половить леща, поплавать на лодочке. Ну, не знаю, как повезет нам с погодой. Ну, во всяком случае, мы не боимся дождей, грязи, холодов. У нас для этого все, так сказать, упакованные по полной программе. Вот Таня подкаст показывает. Да. Едем. Меня видно там, наверное. Всем привет. Видно там, наверное, за рюкзаками. Видно, да, да. Видно, видно. Надеюсь, что погода хорошая. Они обещали, вижу, дождь. Обещали, обещают дожди, но что-то как с каждой, можно сказать, минутой. С каждым, да, с каждым часом погода в Яндекс, что гид метео показывает. Ну, что говорить, уже конец лета, можно сказать. Август. Мы постараемся как-то. Ну вот, приехали в Пущино, сейчас ждем открытия магазинчика заветного. Заветно. Дикси. Погода вроде бы обещает быть хорошей, ну не знаю. Вот, видите, пресса открыта, да? Открыта, что, возьмем журнал? Журнал будем читать. Я взял. Взял хорошие средства. У нас бензин есть, спить. А потом будет... А, ну, в принципе, шашлыки не жарить. Есть у меня там розжиг специальный.
Не, ну говоришь, шашлыки все равно не жарятся, даже бензин. Так что вот так вот. Да. 22 градуса. Ну вроде так ничего, нам дождь, ничего, да. 70% сейчас дня. 70%? 100% дождь, 5 вечера, 4 дня. Ну нет, нам сам главное поставить. Да, да, чтобы выставить. Дождь. И завтра дождь, да? Дождь. Это на гидмете? Таня, она еще 15%. Нет. Вот тут дождь. Вот. Это хорошая. Ага, ва. Сел. Ну ладно, сейчас не видим. Вот там АК находится. О, да. Так нам куда ехать? Потом? Мы сейчас вот туда пойдем. Вдоль. Еще километров 4 туда. Километра 4? Да. Виктор, ну как? Ожидания от рыбалки? Ожидания? Да. Как ходим на место, да, уже будет? Ожидания, да? Как же на Оку тут найдет? Ну ладно. Потрахать хочется. Ну все, вот приехали мы на Оку. Видим, народу никого нету. Полный штиль. Ласточки летают низко. Будет дождина. А на ту сторону, если переплыть, а машина здесь. У нас брахла сколько? Мы сколько да. Ну, в принципе, по идее, да, Тань. Можем переплыть на лодке. А машина здесь? Ну, а что? Ну, и в другой момент там все это барахло. Так, у нас его немало. Машина, Тань, может, в принципе, вот сюда вот. Одну веревку, одна веревка и посередине туда уйдет, все отлично будет. Туда надо будет два кола срубить. Ну такие мощные. Так что все, устанавливаем тент, ребятки. Вот. Вроде бы с дровами повезло, вот подмутили немножечко. Ну и найдем где-нибудь. Найдем сейчас. Ну смотри, какая гладь. Это в сторону Каширы. Прекрасно. Это Витя у нас. Ведь что ты рубишь? Понять, что. Колья, да, делаешь? Да. Делает колышки для тента. Витя, мошек столько много. Угу. Начинает дождик моросить. Витя уже кеды надела. Кеды надела. Вот идет еще лесоруб. Заготовка халявных дров называется. Ага. Своих приперли, вы как хохлы. Сначала чужое, потом свое, да? Да. Ладно, у нас есть в крови, Валера, а у тебя откуда? Походами. Стреляем, вымочим. Где-то надо нам с тобой так воткнуть землю. Давай топором расшевелить. Мы с тобой должны воткнуть. Слушай. Нормально, по-моему. Мне больше вот это нравится. Ой, этот какой-то длинный. Ну, давай вот этот вот. По высоте нам, знаешь, где-то надо, видите? Во сколько мы с тобой можем втереть туда? Не знаю. И обрубить надо, у него чтобы не острая была. Поближе. Ой. Все. Мы сейчас скотчем потом мне. Сейчас скотчем. Мотанем. Хватит, ты что думаешь? Ветер будет сильный. Вот. Один колышек готов. Так. Ну теперь давай натягивать. Так, сколько у нас колов есть отдельных? Так, сколько? Так, раз,
два, три. Три, да? Давай сейчас заточим. Сейчас мы заточим. Вот он эти пчелы. Как можно ловить? Нет, он в воду пошел. Так. Ну, и куда ты? Ну давай натягивай, что делать? Давай. Веревка есть ли? Веревка вот, вот лежит. Веревочка вот она. Все лежит. Значит, смотри, вот эта серединка ведь. Его накол. Ее. Непонятно. Маляра, значит, если она разрядится. А у меня второй аккумулятор, есть заряд в машине, можешь зарядить? Можно. Так. Так. Как будет? Вот так. Так? Да. Вот. А так? Да. А, вот так. Ну, высоко сделали. А? Высоко, наверное, делали. Ну ты повыше. Что вы там спрятались? Да. От меня. Ну она все равно сейчас пока. Куда его? Ну давай подальше. Да. Поближе ко мне на сюда, да. Под углом, да. Так что вот так вот. Сейчас натянем тент. Все уже жарко очень становится. Душно. Душно, я бы сказал. Ласточки, природа вообще супер. Отдыхай не хочу. Оса. Гони ее, гони. Меня только на даче одна укусила. Хорош ведь. Давай веревку. Да. Потому да. Что на рыбалке водку пить вообще нельзя. Не хватает. Бери, отрезай кусок, наживляй от любой, на. На, вот от нее, наживляй. Наверное, к пиву пристал. Ну ты пока подвяжись, если нам не хватит, мы тогда это. Мы потом это. Просто завяжи обычный узел, без натяга. Просто, ну, намотай. Там бань. Ну нет, только посильнее, чтобы здесь натяжка была вот так вот, как я тебя держу. Теперь тентик у нас стоит. На берегу Оки. Давай самку. Здесь у нас будет рыбалка. Забирай. Здесь сейчас будем. Так, накрываем, смотри. Сейчас так поднимаешь, у тебя вот такие липучки. Да. Липучка цепляешься за вот эту алюминию. Знаешь? Ага. Ну просто в произвольной форме так. Во вторую, да? Нет, смотри, ты сначала от тента надень. От тента я одел. Вот как у меня, куда ты одел? У нас было одеть сюда. Куда? Сначала на эту, и потом ту вставить. Сначала на эту? На эту. Во вторую? Да? Туристы! Туристо! Туристо, с вами с голоду помрешь, туристы. Да. Не, лучше поставить, подожди, нет, там бы по-моему закрывало. Давай сюда. Главное не утонуть, если дождик будет. Чтобы не смыло. Да! Машина придет. Машине будет спать. Да. Так. Все, оттягиваем края те. Обычный мотор. Цветок.
Ну, Виктор вообще у нас как Геракл. Закидывали так, что будем чуть попозже пробовать. Сейчас вот решили немножечко перекусить, так как с дороги выезжали рано утром, в 5 утра. Вот, Таня сейчас чистит нам картошечку, будем ее жарить. А картошечку мы с вами будем жарить сегодня на сале. На сале и с лучком. То есть по-украински. Картошечка жареная на сале с лучком по-украински. Вот обустроились. Такой вот у нас небольшой столик стоит, тент вот на таком колышке, все края оттянуты, так что вот так вот будем пробовать. Вот сейчас пойдем к Вите, у нас Витя тут занимается костровым хозяйством, разжигаем костер в мангале, также привезли мы с собой сковородочку, чайничек, котелочек 4,5 литра. Вот с дровами нам немного повезло, там вот на лужайке сидели, нашли немного дров. Видно, ребята приезжали, такие досочки напиленные хорошо. Так что вот так вот, думаю, что с дровами. Ну, мы с собой коробочку дров привезли. Хороших, сухих дров. Но мы их бережем, вход мы их не пускаем. Сначала мы, как говорится, используем те, что есть. Да. Вот, а эти уже, как говорится, сухие. На случай, если промокнем до нитки, будем жечь. Плясать вокруг костра, сохнуть. Вот она река, наша Ока, Ока подпущена. Шикарные места. Ранее здесь катались на лодке. Также мы взяли с собой лодку с мотором. Будем пробовать. Ну, лодочка с мотором, наверное, ближе к вечеру или завтра. Посмотрим, посмотрим, как по непогоде. Да, если погода нам будет фартить, не будет ветра, не будет волн, то постараемся выйти на реку, заснять видео, порыбачить, покидать спиннинг. Вот. А также мы с собой взяли фидер, попробуем ловить леща на фидер. Ну, хотя ребята пишут по форуму, что плохо, плохо. Много поклевок, много пустых поклевок. Ну, мы не будем отчаиваться. Все будет заснято на видео. Так что вот так вот. Сейчас вот Витя разжег нам костер. Попробуем поставить сковородочку и сделать картошечку жареную. Поставил сковородочку на мангальчик. Сейчас обжариваем сальцо и будем делать картошечку. Так что вот так. Как-то так. Как-то так. Сковородочка нулевая. Тефаль. Тефаль. Делает завод Кукмара. Казани. Город Казань, поселок Кукмар. Да, так вот, ребят, покушали картошечки. Сейчас вот Виктор сковородочку помоет. Травой обычный, песочком потрет. Армейским способом. Армейским способом. Да. Хотя мы с собой ферри взяли, все такое. Но не будем нашу речку загрязнять. Собрали фидер. Прикормка вообще, по идее, она должна быть вот так, ее сжимаешь, то есть ее не надо переуложить, она вот. Вот так должна рассыпаться. Ну, вымываться она должна, раздавать ароматы. Так, видите, еще чуть-чуть натянуть. Нет, сейчас она немножечко настоит, так вот. Вообще, давай еще немножко типа в поймать леща. Там что попадет. Сейчас увлажнится. Вот, смотри.
снимать вот такой вот монтаж. Кормушка 120 грамм. Ну, попробуем, что у нас. Крючки, наверное, сразу большие. Ну, я думаю, что мы на мелкую рыбу не претендуем. Так, попробуем закинуть, ребят. Кормушку набили этим такой прикормкой. Попробуем еще разочек закинуть. Да что ж, мы уже пробуем, по-моему, много раз. Нет, ну сегодня лещ обещал клевать в ночь. А, в ночь хорошо. В ночь, да. И мы не будем насчет этого отчаяться. У нас вот такие два кусочка сала. Вот кормушечка. Давайте, ребят, сейчас попробуем. Идет, да? Вот так вот закинули. Насаживаем червячка. Все.
Сейчас повесим колокольчики. Бубенчики.
отдыхаем на реке Оке. Ну, как погода нас неблагоприятствует для ловли рыбы, мы сейчас ловим, так сказать, мидии. Ну, вот, просто. Далеко не надо ходить, не заглубляться никуда. Вот она, прямо на поверхности. Вот. Вот, вот. Ну покажи в этот, как вот, в камеру. Вот. Да, вот это вот, да, 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 миди, миди. Вот это буквально, ну, полчаса. Какой полчаса? Полчаса, я глупо говорю. А если был подсашник ведь? Это не, да, ну как бы сказать, это даже не полчаса, это полчаса, это я просто купался и добывал. А если просто чисто символически взять и добывать меди, это 15 минут. А, Витя, а как они вообще добывались? Как вообще, ну, как вообще технология добывания меди на речь? Как они вообще растут, живут, где они? Ну так, в двух словах. Растут, выли, вот ил, вот да. Берешь ил, вот рукой добыл, вот смотри. Вот. И это ил, да, Вить? И вот они. Вот они. И выли, они присутствуют, да? Вот они, вот. Вот. То есть их надо промыть предварительно, конечно. Да? Конечно, вот они. Это прямо около берега, да? Да, не надо никуда ходить, вот. Это означает о том, что вода здесь чистая. Ребят, ну вот сейчас смотрите, Виктор отварил мидии. Вот у нас получилась такая сковородочка небольшая. Оковских мидий. Вить, ну... Пару слов, как ты их готовил, ну вообще, как, что, просто вот ребятам расскажи, что, которые в будущем будут готовить, ловить эти мидии на Оке, ну просто немножечко просто просвети. Каждый готовит по-своему, кто-то да. Варит ее в котле с водой, кто-то жарит ее на решеточке на этом, на открытом огне. Ага. Здесь как бы нету своих. А какие специи, что ты там добавлял? По желанию. Солька. Соль, да, только в основном? Соль. Соль, да? То есть, да. Вот такие вот у нас получились мидии, да? Да, да. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, да? То есть они, получается, это у нас большие, они размариваются, да, такие вот? Да, это не морские. Морские, да, они маленькие. Они вроде кажутся, вот какие вкусные, вот какие хорошие. Потому что когда больше соли добавляешь. А тут, о, мясо. А сколько как-то. Соли, Вить, сколько соли ты добавлял? Да. По вкусу, да? Да? То есть... На глаз. На глаз, да? На глаз. В зависимости от объема. Ну, понятно. Ну, то есть, ребят, вот у нас получились такие мидии. Да. Целая сковородка, это целая сковородочка. Вкусно, да? Кто знает, тот поймет, да? Ну, все, ребят, мы вот так вот отдыхаем. Сейчас вот Виктор занимается заготовкой дров на ночь. Нам предстоит здесь ночевать. Не одну ночь. Ну вот небольшой сушнячок вырубили. Такой вот. Ну хотя по берегам есть. Есть дрова какие-нибудь, ну. Ну вот немножечко такой вот. Ну немножко трухлявый. Но все равно. Да. Но все равно. Подсушим. Сейчас. В Москве уже штормовое предупреждение. А у нас лето. У нас лето. Да. Тихонечко. Вот закинули уже фидер. Сейчас пробуем, что у нас тут получится. На сало ловим. Вот так вот. На берегах есть народ, есть, отдыхает немножечко, уже постепенно с машинами приезжают. В принципе, народ не боится плохой погоды, а выдвигается. Потому что остались последние деньки лета. Вот так вот. А мы продолжаем отдыхать.